благодарность, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное, комплекс «Искандер», который вы также пообещал полгода назад, передали нам. Направления, связанные с военно-техническим взаимодействием. И это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства.